Так, у нас Харьков, 16 сентября, 17 год. И 17.29 по Киеву. Намечаются у нас тут какие-то мотопробеги, автопробеги. Лада. Харківська обласна державна адміністрація запрошує 23 та 24 березня на ювілейний. Що це? З чим це? Куди це? Не підскажу. Ой, да що ж це так? Не по-людськи. Злабоумие и отвага. Рад. Ничего, нормальный девиз. Один, два, три. Да, ну надо будет посмотреть, случайно тут оказался. Здесь просто открытие. Открытие, а потом дальше. А сегодня ночные на автограде и завтра приходим. А что это вообще за мероприятие? Ралли. Ралли, да? А ты это как-то пропустил. Спасибо. Авторепэйр. Не вполне понятно. Репэйр — это ремонт. Не вполне понятно, ремонт производится машина или в ремонте нуждается. Вот это автомобиль, так автомобиль. Хаю, лаю. Не хай ты меня. Девять человек у него отработал. Красота. Я на нем на два колеса, я встал на так. Вот это красоте. Аж сяя. Ралли. Ну, ралли — это хорошо. Вы тоже с ралли? Нет. Без. Ладно, без этих анекдотов пошлых обойдемся. Харьков, 16 сентября. 17-й год, 17.33 по Киеву. Сегодня ралли, завтра осенний велодень. Сплошные колесные мероприятия. И вечером сегодня еще и запуск фонариков. Да. Китайских фонариков. А я уже сейчас подхожу, иду уже. Давай. На Стрелке, в парке Стрелка. В 20 часов начнется. Будем посмотреть. Может, что и поснимаем. А пока по домой.